Итак, мы начинаем третий сет работы с шейно-воротниковой зоной, куда включаем и голову. Сейчас мы будем переходить к голове и потом обратно вернемся к воротниковой зоне. Да? Как раз вот очень хорошо будет прием против гипертонии. Так, наши пальчики остались вот здесь, да, в прошлом сете, насколько вы помните. Мягкими круговыми движениями вот эти сосцевидные отростки прорабатываем. И уходим за ушную раковину, вот сюда. Здесь мы с обоих сторон одновременно прожимаем достаточно сильно точки. Там очень много пупочных точек за ухом. И таким образом мы стимулируем дополнительно еще лимфоканалы. Вот. Одна точка прямо на том месте, где начинается рост уха. Да? Вот прямо здесь. Вот так сильно прожали. Потом всеми пальцами четырьмя захватываем от виска, сбоку немножко покажу, вот от виска, и вот так вот достаточно сильно, чуть-чуть с такой вибрацией, вводим кровь и лимфу, вот показываю с обоих сторон, разворачиваем кисти, вот туда, по боковой поверхности шеи, спереди, в подключичную зону, вот туда, немножко, еще раз голову разверни, немножко еще задевая вот эту часть под челюстью, да, так мягко, тут уже такая мягкая техника, со щек и с ушей вот туда вот и выводим. 2-3 прохода таких достаточно. Еще раз показываю. Так. И вот туда вот это все вот мягко вот туда вот выводим, снимая вегетососудистую дистонию. Гипертонию, у кого-то головные боли тоже выходят от этого. Вот с такой мелкой, дробной вибрацией. И возвращаемся к ушам. Соответственно, на ушах много акупунктурных точек. Первую нажимаем вот тут, где рост уха начинается, да? Вот с этой стороны. Далее у нас форма уха напоминает проекцию зародыша человека, перевернутую вверх ногами. Еще раз покажу подробнее. Вот, это получается у него голова, вот глаз, вот ухо, вот челюсть. Вот тут пошел хребет, позвоночник по внешнему ободку уха, да? Вот крестец, вот копчик. Внутренний ободок, это, соответственно, вот идут там половые органы, ноги, желудочно-кишечный тракт, кишки. Руки вот тут. Вот для этого мы ухо сначала размассируем. Все достаточно подробно. Иногда бывает, вот я включаю массаж ушей, да, люди, ну, пациенты не понимают. А, зачем ты мне уши делаешь? Уши я не заказывал. Потом на следующий день приходят, слушай, так круто оказалось, так вообще приятно вот эти уши вот делать. Ну и вы тоже объясняете, поясняете своим пациентам, что это те же самые акупунктурные точки, которые отвечают за позвоночник. То есть где-то, если что-то мы тут не до конца проработали, то тут мы догоняем. Вот я, соответственно, по внешнему ободку, прожимая эти точки по очереди, их прохожу и активизирую все внутренние органы. Обратно по внутреннему ободку. Потом есть вот где козелок уха, да, вот тут начинается челюсть. Тут три точки так рядышком прям находятся. Вот их тоже по очереди. Раз, два, три. Промяли. Дальше ухо захватили, потянули на себя. Захватили, потянули от себя. Захватили, потянули вверх и в стороны. Захватили потом все ухо между пальцами. Ножнички такие сделали. Ну, между любыми пальцами. Этими, этими, как удобнее. И быстро растерли их. Чтобы ваши руки, опять же, меньше уставали, да, я в растирание добавляю движение тазом. То есть, получается, опять импульс даю, ну, с приседанием от ног. То есть, в этот момент я с себя тоже сбрасываю напряжение. И, кстати, если мы тут вот много работали пальцами, да, бывает, что, ну, аж не имеют некоторые мышцы, да, тоже в момент массажа прям берем так и фу, сбросили.
эту всю энергетику и продолжаем дальше. Разве можно убрать руки во время массажа с пациентом? А, я это делаю по очереди. То есть одна рука работает, вторая раз упала, пока вот эта вот мышца прорабатывала. Вот. Ну, потом, соответственно, наоборот. Раз, эта рука отдыхает. Или когда вот эту вот зону мы прорабатывали. Вот посмотрите за отличие. Когда вот так жмешь, и когда в эту ямочку попадаешь. Есть разница? Да. Да. Вот, например, когда вот так вот один палец работает, то все тело у меня отдыхает, я могу хоть танцевать. А там рука движется. Вот я расслабился и продолжу дальше свое дело. Прямо в процессе, во время массажа. Не забывайте о себе любимом. Так, ну, значит, продолжаем. С ушей вот мы закончили и вернулись обратно на вот эти сосцевидные отростки. Сильно их промяли. Весь череп тоже промассировали такими легкими волнообразными движениями. Если густая шевелюра, можно за волосы подергать, так вот пощипать как бы, да? И далее проекция позвоночника, она на самом деле здесь не заканчивается. Вот эти акупунктурные точки вокруг каждого позвонка, да, они продолжаются. Примерно от оси, если пополам разделить, череп, да, на две части, по сантиметру отходим в стороны, и по через каждые 2 сантиметра друг от друга эти точки повторяются. То есть мы берем их вот от самой макушки, раз продавили, даем, естественно, перпендикулярно в центр как бы черепа. Такой же вибрацией, достаточно жестко и сильно. Такими пальцами вообще не важно. Опять прорабатываем вот эти вот части. И разворачиваем руки вот так, чтобы они превратились в кулак, а большой палец будет как бы как пружина разжимающая. Мы таким образом упираемся в череп. Здесь вот есть такие у черепа выступы. 2 шарика, можете у себя даже пощупать, вот они, за ушами. Вот мы как бы в них упираемся кулаками, да? А большими пальцами в трапециевидную мышцу вот так раз, ее разжимаем, растягивая шейный отдел. Тракция получается такая, видите? Вот. Если человек зажимается, бывают плечи, начинают подтягивать или от боли там, или еще от чего-то, то тогда разворачиваем руки еще вот так вот и от плечей. Вот плечи, видите, раздвигаются, и череп мы вытягиваем. Можно немножко найти вот зажатость вниз и вот так слегка провибрировать покачивающими движениями. Потом по боковым мышцам спиралевидно возвращаемся обратно вот туда. Там есть тоже точки. Покажу камеру вот с этой стороны. Вот. Заканчивается трапециевидная мышца. Мы ее приподнимаем. Здесь идут мышцы шейные, вот сюда. И между ними находится вот такой шарик. Валик. Вот еще раз. Это приподняли. Это идет вниз. Пошла мышца, да? А вот между ними, вот тут вот, внутри, находится такой, вот видите, он вздрогнул, шарик. Волшебная точка. Такая, если мы на нее, ну, одновременно можем, да, ну, можно и по отдельности, если человека хотите пожалеть, или он какой-то субтильный перед вами лежит. На выдохе выдыхаем, теперь вдох, и нажимаем на эту точку, держим, отпускаем. Терпимо было? Вот, часто можно заметить, что вот эти мышцы, это целая группа мышц сразу расслабляется. Если делать человеку это стоя, некоторые прям так с довольной ухмылкой говорят, ой, у меня вся рука расслабилась, прям тепло потекло аж по всей руке. Следующая точка, это вот уголок лопатки. Вот, тяжело найти, вот он. Соответственно, давим в него, опять на вдохе вдох. И отпустили. Чуть повыше, где вот подходит вот это вот, вот так, так видно, прям вот такой желвачок.
Еще раз надавили. И отпустили. По середине трапеции, точку вот прям по центру, в него впиваемся и выдох. И где заканчивается трапеция, вот в этой ямочке, еще раз. На точке долго жать не надо, достаточно, ну, максимум 5-7 секунд, вот так вот. Так, еще раз повторю, да, вот мы продавили вот так. Поражали точки, продавили вот так вот. Далее, если вот эти вот короткие мышцы, которые идут к уголку лопатки, да, надо проработать отдельно, бывают случаи, что они прямо жесткие. Мы им отдельно уделяем время тогда. Начиная вот от половинки шеи, идем, ищем, где вот этот мышечный тяж, вот он где-то находится, да, его отдельно прорабатываем. Вдавливаю туда прямо в лопатку. Бывает это с одной стороны у человека, тогда со второй стороны как бы не обязательно делать. Возвращаемся назад. И на этом закончим наш третий сет. А дальше будет четвертый сет, завершающий. Когда мы вот эту группу наших массажных приемов для спины от головы до ягодиц завершаем. Смотрите наш следующий видеоролик.